В детском оздоровительном лагере «Питер-Ямал» прошел праздник спорта. Гостями северян стали представители питерского фан-клуба «Зенит» и Михаил Скипский, обладатель «Хрустальной совы» клуба знатоков «Что, где, когда». Он провел турнир среди юных интеллектуалов. Вопросов было много, в том числе и по спортивной тематике. А главным событием праздника стал товарищеский матч по футболу между ямальскими ребятами и петербургскими болельщиками команды «Зенит». В результате со счетом 4-2 победу одержали ямальцы.